Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Рокси обгоняет. Нет, или Рокси не обгоняет. Мы одинаково бежим. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Кинганчпук, Крошка, Крошка, Енот, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. У нас сегодня очень крутая рубрика, которая наберет по-любому миллион просмотров. Называется «Какой аниматроник самый быстрый?» И будем проверять всех персонажей с пака Security Breach. Есть тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Пацаны, вы готовы? Да. Раз, да. Два, три. Да, до связи, мужики. Так, а кто у нас потом идет? Так, пока мисс Солнышко самый медленный. Ребята, если этот ролик наберет 5000 лайков, мы обязательно снимем ролик, какой аниматроник самый медленный. Так, ну что, Грегори тогда остается. Я выселяюсь. А, я когда выселяюсь, остаюсь на этом же месте. Да. Хорошо, возвращаемся. В этом, кстати, есть прикол. Блин, это же круто. Ого, давайте я, короче, отойду. Я не могу камеру отдалить, не? Офигеть. Ну что, вы, пацаны, взяли? Вот это класс у нас. Так, я вижу у нас Чика. Раз, два, три. Ой, господи. Я быстрый? Мужики. Я даже бегать не умею. Нет, Дим, мы походу с тобой наравне. Да? Одинаковая скорость, да. Вот это я гигантский. Да, Дим, у нас с тобой одинаково. Ну, будем тогда считать, что одинаково. О, ребята, смотрите, я Фредди. Так офигенно за него играть. Три, два, один, погнали. Блин, так офигенно играть. О, эй, смотрите. Я все равно быстрее. Грегори быстрее. Да, я обгоняю чуть-чуть, Дим. Да ладно, не может быть. Я все равно быстрее. Давай. Нет, нет, да. Нет, нет, нет. Может, мы одинаково с тобой все-таки как-то может бегаем? Быть. Может такое быть? Блин, да неужели Грегори будет самый быстрый? Это разве честно? Получается. О, я сейчас буду за Монти. Ну что, Грегори, надеюсь, сейчас ты сольешься. Потому что моя очередь побеждать. Готовы? Да. Три, два, один. Побежали. Да ты куда взял? Да нет, Рокси! Нет, Грегори догоняет. А мы с Рокси одинаково бежим. Нет, ты, кажется, догоняешь ее. А, я догоняю, я быстрее. Грегори быстрее. А может, так сделали для того, чтобы все-таки по сюжетку Грегори же убегает от аниматроников? И врезался в жопу Ванессе, да. Такое по сюжетке я не помню, если честно. Пацаны, вы готовы? Да. Раз, два, три. Эх. Ну пока, мужики. Это точно, надо снимать рубрику, ребята, какой аниматроник самый медленный. Ну что? Потому что Грегори всех обгоняет. Я тебя обгоняю? Да, я обгоняю поломанного Монти. Я уже все. Да, это очень слабый игрочок. Так, у нас еще есть одна папка. Буф Хелпи. Ну что, ребята, сейчас я должен затащить. Кстати, от первого лица только играется. О, ну, опять, смотрите, какой у меня походняк. А я иду на работу в пиццерию. Ребята, я даже знаю, кто из нас будет победитель. Три, два, один. Блин, я хотел взять. Это, кажется, мне не аниматроник, да. Да, это какой-то встретник, кто двигает? Нет. Вот это скорость. Я даже под водой могу быстро бегать. Я когда бегу, у меня что, следы черные остаются? Нет, ты просто бежишь. Ты бы видел это со стороны. Это что жесть, ты? Скорость какая. О, махаешь рукой. О, а как я это сделал? А ну правой кнопкой мыши. Левой. Что, ЛКМ? Во, ЛКМ. Офигеть. Не, мне кажется, этот аниматроника никто не побьет. Да, может, не будем пока его брать?
Потому что он очень такой. Ну, конечно, побьет, но он не из этой части. Да, он не из этой части. Давайте хотя бы приблизительно с этой части. Ну, то прям согласитесь, читерский аниматроник. Ну, за него можно как-то будет записать прикольный ролик, мне кажется. Но он не бьет. Да, он не бьет. 5, 4, 3, 2, 1. Побежали. Эх, как всегда, Грегори всех делает. Да нет! Рокси! Ой, Фокси, давай. Обойдешься. Нет, да ладно. Все аниматроники намного медленнее. Ну, смотрите, какая у нас крутая анимация. Вообще круто сделано все. Хорошо. Блин, да я не знаю. Вам больше, получается, надо других аниматроников каких-то брать. Получается. Да, хорошо. Давайте тогда возьмем приблизительно, который может с ним потягаться. 3, 2, 1. Побежали. Все. В другой части он не может конкурировать никак. Давай. Хорошо, ребята, давайте теперь все-таки проверим, не учитывая Грегори и Security Breach, какой аниматроник все-таки быстрый. 3, 2, 1. Побежали. Рокси, смотрите. Ого, Фредди вроде такая анимация крутая, ну как бы он вроде, ну не догоняет. А мы втроем одинаково бежим, да? Ну, я самый медленный. Монти самый медленный. Так, Рокси победила, даже неожиданно. 3, 2, 1, побежали. Ничего, по связи, мужики. А чего вы Рокси не взяли? Мы же с Рокси хотели испытать. Фокси и Рокси. А вы взяли двух одинаковых, молодцы. Нет, они разные. Они разные? Хорошо. Я понял. Что за инвалид? Да, это очень медленный. Блин. Когда-нибудь дойду. Рубрика точно напрашивается. Хорошо, давайте тогда возьму. Все-таки давай Рокси возьму, мы Рокси затестим. Давайте Фокси и Рокси. Прям как складно получилось. О! 3, 2, 1. Побежали. Ну-ка. Рокси обгоняет. Нет, или Рокси не обгоняет. Мы одинаково бежим. Я самый маленький. Ну нет, я чуть быстрее. Мне кажется, одинаково бежим. Как вы думаете, у них одинаково жизнь или по-разному? По-разному. Ну что, ребятушки, поставил всех аниматроников, которые у нас есть, Security Breach. Это прямо очень много. Так, и теперь мы здесь поставим небольшую бомбу. Понял. Для проверки. Так, отлетаем. Короче, с крыши буду взрывать, пацаны. Так, отсюда. Сейчас возьмем снайперку и стрельнем по красоте. Прикольно, тут у некоторых даже есть анимация смерти. Да? Да. Спрингтрапа есть. У спрингтрапа есть третья часть. Из этого мода есть анимация смерти. Живые? Да. О. В воздухе хотел подстрелить. Взрыв. Бомба. А, бомба, говорю. Пойду-ка я. Ух ты, я ее прострелил. Че, живые? Не живые, да. Хорошо, есть проверенный метод, я пацаны. Умер. Сейчас сделаем. Так, отлетели. Отлетаем подальше. Так. Если успею. Улетаем. Убило, видите? Вот эти бомбы их убивают. Сейчас проверим, кто из них останется жив. Я вижу спрингтрапа живого. Да? Так, мы можем одеть... Да, спрингтрап живой, глиттерап живой. А, они живые еще, давайте еще скинем. Ну какие-то ж поумирали, да, пацаны? Нет. Ну да, какие-то уже умирали, но многие... Прощайте, бомбы прямо на меня падают. Живые? Да что ж такое, а? Вкидывают прям в мясо. Да нет, живые. Еще раз... О, ребята, я знаю. Сейчас, конечно, у нас тут полная вакханалия, но я знаю, что надо сделать. Так, хлопцы. Нет, другой тест. Они что, не убиваются с этого пулемета? Походу.
Да ладно, не очень мощные. Все. Короче, ребята, хочу сказать одно, что эти аниматроники умирают только от админского пистолета. Ребята, напишите в комментариях, кто знает, как вы думаете, сколько у этих аниматроников ХП, если умирают только от админского пистолета, который отнимает миллионы жизней. То есть бесконечно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Вот молодец.